26 января на заседании правительства Тверской области была затронута ситуация в Торжке, в том числе вопрос отпуска психотропных и наркотических препаратов жителям города, нуждающимся в таких лекарствах по медицинским показаниям. Несмотря на высокую социальную значимость для населения, решение этого вопроса и ряда других задач в социальной сфере администрации города эффективных мер для их выполнения предпринято не было. В связи с этим глава города Юрий Гурин 26 января сложил свои полномочия. Губернатор Игорь Руденя прокомментировал отставку Гурина после заседания правительства Тверской области. Поддержим решение главы города Торжка, которое он уже сформулировал в своем письменном заявлении. Надеюсь, что город Торжок будет активно развиваться. Глава региона уже дал необходимые поручения областному министерству здравоохранения по нормализации ситуации с лекарственным обеспечением в Торжке. В феврале 2022 года планируется провести мероприятие по лицензированию муниципальной аптеки, где будет вестись отпуск психотропных и наркотических препаратов жителям, имеющим медицинские показания и соответствующие рецепты.